Дима, совсем скоро начинается городской конкурс «Владивосток. История и современность». Будешь ли ты принимать в нем участие? Не буду. Кому нужны эти ваши конкурсы? Я и так знаю все о своем городе. Я в нем всю жизнь живу. Да? А знаешь ли ты, в каком году он был основан? Нет. А кто его основал, знаешь? А его кто-то основывал? Дима, фу! Чего ты дурак, а? Ну, с тобой все понятно. Ну как можно не знать историю родного города? Так приходи на городской конкурс «Владивосток. История и современность» и узнай уже наконец-таки все. Ладно, я приду, и вы тоже приходите.